Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что у США нет оснований считать, что президент страны-агрессора Владимир Путин, который напал на Украину, сошел с ума, однако из-за того, что политик часто находится в изоляции и отчуждении, с ним стало трудно иметь дело. Об этом сообщает издание The New York Times, как сказал руководитель Главного разведывательного управления США, за последние годы взгляды Путина стали более жесткими, относительно ситуации в Украине. Бёрнс отметил, что в планы Путина якобы не входило оккупировать всю территорию украинского государства, вместе с тем, единство граждан страны, их героическое сопротивление и нежелание подчиняться оккупантам, кинули Путину вызов и выбили президента-агрессора из колеи. Кроме того, в управлении считают, что глава РФ обескуражен низкой боеспособностью собственной армии, а россияне еще не в полной мере осознают это из-за запрета независимых СМИ и цензуры. Его беспокоит реакция Запада и решимость союзников, особенно некоторые решения, принятые правительством Германии. «Я думаю, что он был обескуражен действиями своих собственных вооруженных сил», — сказал Бёрнс. По мнению директора ЦРУ, Путин, вероятнее всего, удвоит усилия и попытается победить вооруженные силы Украины, не обращая внимания на жертвы среди мирного населения. Глава ЦРУ также считает, что у Путина нет устойчивого политического видения финала, ведь сопротивление украинцев будет оставаться ожесточенным.